Играю на гитаре уже 10 лет. Занимаюсь ютубингом уже лет 7. Делаю обзоры на инструменты, на педальки, процессоры, плагины и куча всего остального. Канал я сделал в 2011. Он был на минимальной активности, то есть там несколько видео вышло и все. А весь, скажем так, движ начался с обзоров инструментов. Сейчас у меня просмотров 1 100 000 штук, вроде бы, общие имею в виду. Пишу музыку под проектом Кир, это не болезнь. На данный момент имею 2 альбома, 1 LP, 1 EP. EP Arcanum, LP Infernal. Майонез идеально. Сборка, раз. Вес, это немало, важно. Дерево. Звук, да, значит, звук. То есть в любой аппарат его, в любой процессор идеально звучит. Произведение искусства.